представляем вашему вниманию компактный моющий пылесос химчистка Kärcher UZI 8/1. Данная модель используется в коммерческих и частных нуждах. Пылесос сам по себе очень легкий, вес его 10 кг. Передние колесики поворотные, довольно-таки маневренный. В стандартную комплектацию пылесоса входит насадка для мягкой мебели 110 мм, всасывающий шланг 2 метра со встроенным подающим шлангом для химии. У пылесоса есть два бака. Один для чистой воды объемом 7 литров, другой для грязной воды в виде ведерка. Также этим ведерком можно наливать воду в бак для чистой воды. На корпусе пылесоса расположены две кнопки. Первая кнопка включает турбину пылесоса, то есть всасывание, вторая помпу разбрызгивания. Этими кнопками можно пользоваться как по раздельности, так и одновременно, включая всасывание и разбрызгивание. Внутри бака для чистой воды установлен фильтр вот здесь для предотвращения попадания грязи в подающий шланг с химией. В баке используется как моющее средство, так и обычную воду. Вода максимально должна быть не более 50 градусов. В баке также есть указатель уровень максимум, до которого нужно наливать воду. По характеристикам пылесос имеет довольно-таки мощную турбину, которая составляет мощность 1200 Вт, и помпу с мощностью 50 Вт. На корпусе пылесоса также расположен крюк под электропровод, кабель, что удобно для хранения или транспортировки пылесоса. Теперь попробуем запустить его. Послушаем, как он работает. Включается разбрызгивание. Можно попробовать одновременно. Такой маленький обзор. Спасибо за внимание.